Весной этого года исполняется 5 лет с того дня, как в России стали играть в чизбол. И, кстати, придумали эту игру в Казани. Особый вклад в становление чизбола внесли директор Зеленодольского филиала КФУ, а также профессора и доценты Казанского федерального. И в честь небольшого юбилея 21 мая в Казани состоялось открытие праздничного межвузовского турнира. Университет все-таки в чизболе это более первей. И обратную сторону мы тоже ожидаем, что вот эта слава, которая приобретает чизбол, она также послужит славе Казанского федерального университета и по России, и по миру. В турнире приняли участие команды сразу 4 вузов города, а именно студенты КФУ, КНИТУ КАИ, КНИТУ КАХТЫ и КГАСУ. Чизболисты КАХТЫ уверенно шли к победе, однако игроки с КГАСУ все же обыграли сильных соперников. А вот во второй игре федералы, несмотря на то, что понесли потерю ферзя, долго удерживали лидирующие позиции. Однако каистам все-таки удалось удивить зрителей волевой победой. Впечатление интересное, новая игра, придумали что-то более интересное для зрителей. Потому что шахматы как таковые не очень интересно смотреть со стороны тем, кто не понимает в них ничего. А тут посторонний зритель видит эту динамичность, много людей, большие фигуры, все интересно, динамично, и это более зрелищный вид спорта, в отличие от классических. Первые игры межвузовского турнира прошли успешно, а сами участники получили большое удовольствие, принимая участие в этой увлекательной игре. Следующая игра пройдет уже 28 мая. Адель Мухаммедшин, Ленар Довлетьяров, Универньюз.